Спасибо всем, кто заглянул на мой канал. Предлагаю приготовить очень вкусный, универсальный чесночный соус на основе соевого соуса, специй и чеснока. Очень вкусно в сочетании к различным мясным, рыбным и макаронным блюдам. На его приготовление уйдет минимум вашего времени. Результат обязательно вкусный. Количество используемых ингредиентов вы видите перед собой. Подробный рецепт соуса ищите в описании под этим видеорецептом. Мне понадобится соус соевый, мед, уксус яблочный или винный, чеснок, крахмал, масло растительное, вода кипяченая, охлажденная. Из специй буду использовать мяту и острый молотый красный перец. Мяту по желанию можно заменить на молотый имбирь или молотый черный перец. Чеснок сразу же пропускаем через пресс. Количество чеснока добавляйте по своему вкусу. В отдельной посуде смешиваем соевый соус, специи, мяту и красный молотый перец. Следом добавляю мед. Мед растворяем, помешивая массу. Сюда же растительное масло без запаха. Уксус яблочный. И чеснок, пропущенный через пресс. Отдельно растворяем крахмал в кипяченой охлажденной воде до однородности. Растворенную жидкость отправляем в основную массу. Все тщательно смешиваю. Массу доводим до кипения. Будем томить в течение 5 минут до загустения соуса. Даем соусу полностью остыть. Перемешиваем в удобную посуду. Замечательный чесночный соус полностью готов. Используем его по назначению. Приятного аппетита! Спасибо всем за просмотр! До скорых встреч на моем канале!